что, в Питер иначе нельзя. И то все одеты в куртке. Все одеты очень максимально тепло. Ну ничего. Я же машина, правильно? А у нас есть антифриз. Ну, свежо. На самом деле не так плохо, не очень холодно. Небо светлое, не пасмурное. Я вижу, там солнышко. Там солнышко, ребят, прорывается. Смотрите. Парень думал, что он в кадр попадет. Хотя объектив с этой стороны, а не с этой, не с внешней. А он очень хотел стать звездой. Все, я в Питере. 9 утра. 12 часов ночи, ровно, в 00:05 я уже взлетаю в Пермь. Опа, а вон моя машинка уже едет, сейчас меня заберут. Здорово. Все, ребятки, по-быстрому надо домой. Привет, друзья. И вот я еще в моем чудесном и любимом городе Санкт-Петербург. Но уже буквально через полтора часа я окажусь в Праге. Покажу немножко аэропорт Праги. К сожалению, погулять по ней я не смогу, у меня не будет времени. Но сразу же после вылета из Праги я окажусь в одном чудеснейшем городе. Очень красивом, очень живописном. Лечу туда на переговоры по бизнесу и по спортпиту. И по нашему второму бизнесу, связанному со спортом. Вы все понимаете, о чем я. Ждите, думаю, сейчас будет... Кадр сменился, вот уже новый аэропорт и потом прекрасный город. Мне больше всего нравится, что ты, как бы ты ни опаздывал на самолет, ты обязан пройти через duty free. То есть нельзя же сделать так, что, ребята, вот для вас гейты, пожалуйста, господа, не торопитесь, будьте спокойны, вы успеете. Нет, всегда сначала делать так, чтобы ты вот такую галерею магазинчиков должен пройти. Видите, да, у меня какой рюкзачок, я налегке, у меня всего 4 килограмма багажа, и из них 1 килограмм спортпита, который я съем за 2 дня во время поездки. Вот такие вот дела. Гейт мы еще не обозначен, поэтому сейчас я для вас пойду видосик один запишу. Потому как опять косичит наша федерация. Его, наверное, вы посмотрите уже сегодня, пока я буду постепенно приземляться в городе прибытия. Сейчас найду какое-нибудь местечко. В приорите я не успею, у меня минут там, наверное, 10 до посадки. Найду табло, под него сяду. И мы с Чебурашкой желаю вам отличного дня. И писану ролик сейчас. Я бегу, эта штука едет, я по ней иду, это меня ускоряет. Аэропорт Праги такой не очень большой. В общем, остался паспортный контроль и уже выдохну, когда буду видеть свой гейт. Пока переживаю, меня твою нахер. Ладно, ребят, сейчас за следующий час осталось, я думаю. Citizen, не Citizen, сейчас разберемся. Ребят, давайте без обижулек, я сейчас буду снимать без микрофона, потому что штатив я запихал для большей скорости передвижения в свой рюкзак. Ребята летели со мной рядышком в самолете, тоже испанцы, они летят в Валенсию. И я, ребят, лечу в Валенсию, навстречу, по делам, немножко покупаю, тренироваться буду оба дня, вы все это увидите. Очередь огромная, я ориентировался на них. Все, уже должна начаться посадка, мы успели, все супер, все отлично. Почему-то люди во всем мире очень странно реагируют на фотоаппараты. Смотрите, какой у них красивый магазинчик. Клевые вещи. Написано старинные чешские часы. Вообще прям огонь. Очень красиво. Так все красивенько сделано. Аккуратный большой аэропорт. Мне даже уже, представляете, встречающая сторона купила яйца, хамон, салатик. Все это ждет меня в моих апартаментах. Потому что я прилечу в 9 часов вечера, и в Испании в это время, в воскресенье, уже ничего не работает. Просто там нельзя купить даже, ну ладно, воду можно купить в автомате. В остальном все, больше никакой еды, ничего не купить. Следующие кадры будут уже красивыми. Я окажусь в прекрасной Валенсии, друзья. Фу, ну все, я добрался. Тачку я буду забирать в Gold Car. Аэропорт пустой. Я в одном не разобрался. Я приземлился, вышел сразу вот сюда, короче, в коридор. Короче, не было паспортного контроля. Я не понял, то ли я прошел паспортный контроль в Чехии, то ли хрен знает, почему никто не поставил печать о том, что я прилетел в Испанию. На самом деле, мне кажется, да поэтому мне пойти и где-нибудь узнать на стойке информации, потому что это немножечко странно. Я туда прилетел? Прилетел. Мне отсюда улетать? Улетать. Улетаю я через Барселону, по-моему. Не соврать. Так вот. Сейчас я сообразил, возьму тачку и пойду узнавать, где поставить печать, потому что я приехал вообще такой в гости. На улице темно, не знаю, сниму, не сниму, но впереди еще 2 дня. Ты венозная рука, видали? Впереди 2 дня, поэтому однозначно видосики у вас будут. Хорошие новости. Я взял ключи от машины. Покажу вам здесь какая. Давайте. Надо найти мне мой Gold Car. Где он? Мер его знает. Мои соседи. Мы с ним летели. Thank you very much. Bye. Bye. Вот, прикиньте, чувак летел из Питера, короче, и он оказался из Валенсии. Вот. И то они у меня спрашивали, как идти, потому что я побыстрее, немножко поживее. В общем, ищу свою машину
И сейчас я в багажнике намешаю все протеины с БЦАшками, потому что я уже реально хочу жрать. У меня все с собой. И потом едем. Одна пока проблема. Мобильный телефон не хочет регистрироваться в сети. И я в целом не знаю, как мне будет связаться с... У меня гестхаус. Мне нужен был номер с кухней. Вот. Поэтому пока я не уверен, как я буду связываться. Но ничего. Мы люди простые. Языка испанского не знаем. Но... для нас не пропадало. Сейчас главное выпить протеинчик. Надо просто... реально. Проблемы нужно решать. Порядок их поступления. Много цифр. Ладно, сейчас найдем. Сейчас найдем. У нас gold card. Ну что, во-первых, короче, я уже начал ругаться матом. Я забыл переходник для прикуривателя. В этой машине нету USB. Куча кнопок, в которых я не могу разобраться. У нас в МГ-пакете машинка сделана. Красная строчка, все в коже. Салон кожа. Кресло у машины очень комфортное. Короче, коробки передач здесь тоже нет. Я попереживал поначалу, ребят, а потом коробку нашел. Коробка находится здесь под рулем. В целом, я уже разобрался. По дизайну все приятно, достаточно. Есть навигация родная. Ну, в принципе, вот так это все дело у нас выглядит. Телефоном все не очень хорошо. Я его перезапущу. Телефон пока все так же мне не дает связь. С чем это связано, я не знаю. Врать не буду, я переживаю. Но есть у меня одна единственная мысль. Почему? Может быть, нет связи сейчас? Взял я для телефона крепеж, чтобы ездить безопасно. Нельзя просто так кататься по Испании. А в Испании запрещено телефон брать в руки. Если гайцы увидят, то сильно вас поругают. Поэтому я сразу взял с собой за 200 рублей. Хрень на лобовое стекло. И тут у меня транспортный набор. Банка протеина, банка БЦА. Будет, наверное, не очень вкусно сейчас, потому что смешивать БЦАшки горькие с протиком не супер. Но я просто не вижу других вариантов, кроме как то, что мне реально нужно подкрепиться. Считаю это важнее, чем всякие вкусовые моменты. Поэтому я протеин смешаю с БЦА. Все, ребята, прям нормально усваивается. Единственное, на что это повлияет хоть как-то, это скорость усвоения БЦА. Чем это все дело встряхнем. Под финальчик сегодня будет мой номер. Что он себя представляет, не знаю. Встреча намечена была буквально за 2 дня до вылета. Просто не было ни отелей, нигде ничего толкового. Оказалось вкусно. Не ожидал. Прям удачненько. Все, ребят, погнали. Окошко, вид на пальмы. Наверное, самое хорошее в этом номере это вид, потому что тут все внутри очень эстетично. Зашибись, да, смотрите, туалет. Белые стены, кровать. Вот, собственно, и весь номер. Мне покатит. Мой ужин сегодня это пачка хамона, пачка салата, бутылка воды. Так и живем, друзья. Может, водичку смогу разбодярить сейчас с пуцашкой, будет послаще. Все, всем пока, всем спасибо. Что думаете? А я потопал. Кстати, по Мерседесу все норм, но если вы такой... чуть-чуть крепыш, то сидуха узковата, спине не очень комфортно сидеть. В остальном все норм. Всех обнял, всем пока.